вариантик, кто у Леночки во дворе живет, это собака хозяйская, но ей плохо жить в доме. Ей становится плохо, и, короче, она живет на улице, хозяйка бабушка ее кормит. Да, от... они гуляют. Гуляют вместе, а в квартире ей плохо. Тут она на балконе у нее жила, и все равно рвется. Вот она ее с улицы забрала, она у нее пожила, и все равно она рвется. А это он чайка, ворона. Чайка мы к ней, а он чайоныш маленький, еще один чайоныш. Боже, они такие смешные. Смешные, да? Я не могу с них, с этих детей. Ну это что такое? Кинокомедия. Он, это как у вас, да? Да. Ух ты какой! Это же бигль у вас? Да. Вот. А у меня 2 месяца, тоже бигль. Маленький. А вашему сколько? А вашему 2 года. Два года? Вот такой уже большой вырос. Вот такой у вас примерно, Лена, будет. Ну, у нас больше рыжего будет. Не, я имею в виду по размеру будет. У вас мальчик, девочка? Девочка. Девочка. У нас мальчик, Морис. Ну вот смотри, какой у вас вырастет. Ну вот такой же намордник моему. Вон какая здесь красота. Мы зашли в Мегу, да, Мегаша? Да. Вот. Да. А почем такой стул, интересно? 4 300. Ну, если вот так вот 2-4 стула, нам 2 хватает. Я, в принципе, нормально. Красивая. Ух ты, вот это тоже красиво. Фикс прайс я такой же примерно я сегодня видела. Мы с Леночкой зашли сюда в магазин на обратном пути. О, она сейчас фикс прайс, вот эти штучки. На обратном пути покажу, там уже дождики новогодние висят. 5 200. Ну, тебе вот поаккуратнее, как-то больше. Ну, вот такие вот фикс прайс. Ну, красиво сделали, оформили. 15 тысяч. А, вот этот стол. Хороший, да. Добротный. Дешевле оно будет. О, в том фикс прайсе вот это еще не выставили. А здесь у нас? Здесь уже вон еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сколько красоты. Тыква 153 рубля. Кружка тыквы 290. Ну, какая красивая, да? Вот такой. Угу. Мне просто кружек не надо, она тяжелая, ну, правда. Слышишь, можно даже же вазочку какую-то. Да. А вот это что такое? А это гирлянда. Гирлянда. Стыкла. Слушай, я сейчас пока походим, подумаю. Вверху, Лен, а ну-ка смотрим. А, вон она вот такая. Ой, красивая какая. Слушай, я сейчас похожу, подумаю. Может, правда, вместо вазочки? Пусть она стоит, она тяжелая, сейчас с собой носить. Смотри. На обратном пути. Красиво же. Как ваза. Ну, какого цвета? Может, даже вот оранжевого. Да, вот оранжевое, яркое такое что-то. Красота. Красота. А, веточка. Ветка 114, кстати. Это недорого, это все считай, да. Ветка 114, венок 345. Смотри, как красиво. Ну, гирлянда 230. И там еще какой-то набор за 114. Это, наверное, тут железный. Да. Ой, там паучок сиреневый. Или... А, это что? А, набор бумажных тарелок. 100 рублей. Да. Пожалуйста. А, это еще разновидность паучары. Ну, все равно красиво. Ага. Даже вот сколько я пауков не люблю, но... Как декор красиво. Стаканчики. Да все красиво. Зависли. Зависли на тыквах. Венок. А лишние цветочки разные. Здесь такой цветочек, здесь такой цветочек. Это типа облепихи. Масленка. Композиция декоративная, такая 170 стоит. Нормально. Гном всего лишь 290 рублей мягкий. Глянь какой. Это вообще такой просто. Корзинка интерьерная 345. Вот такая. Ну ладно, такую я сама сплету, если я постараюсь. Да, смотрите, весной декор. Теплая осенняя. Ну, вот вообще просто классно. Для поднятия настроения. Да, их разбирают. Подвесной декор. Да, да, вот по 345 все картины. Что? Сова? Нет? Декоративный. Паук, нет. А такой я в жизни не захотела. Посмотрите на ее лицо. Любитель пауков. Выйдите отсюда. Мне уже плохо. Ты посмотри на него, знаешь, такой страшный. Слушай, вот эти перья почем, интересно? Ой, 170. Это ваза 170. А, ветка 230. Подожди, это сколько ее? Ветка декоративная, Wild Delin. Там ветка написана. А, ветка написана? Да.
А, не искусственная. Я думаю, это натуральная. Вот, наверное, она. Ветка. Вот она, 170. Красивая, но она искусственная. Я думаю, натуральная. Лена, вон они. Вон они. А, паучары-то? Нет, это не наша тема. Вот эти тоже, Лен, красивые, если дома. А, вот я тебе говорила, там стояла вот декорация, это купили, видно. Набор сухоцветов ароматический, 230. А мне вот такой понравился. Ароматизатор воздуха. Это такой как бы осенне-зимний, такой, да, переходный какой-то. Так и недорого. 230. Это тоже типа осенние такие цветочки. Знаешь, что я думаю? На кладбище забрать и поставить у бабушки. А, у бабушки, ну, можно такое, да. Да, и смотри, оно же будет в горшочке, угу, уже и красиво. И... уже готово, да. Гляньте, какой декоративный ящичек, 330 рублей. Красивый. Да, что-нибудь, вот даже на кухне он может и пригодиться. Да, 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 красивучий. Рябину туда же сложить. Да. Они тут разные, Лен, смотри. Да, белочка. Я... вот это сейчас разберут все, потому что это сезонный товар. Заберут. Это жерка, кстати, ее отхвалили. Под цветы, под что, двухуровневая. Да. 400 рублей. Тоже, их тоже разбирают. Да, столько шкатулочки, морская тематика. Ну, смотри, даже ароматалочки какие красивые. Ну, Лянь, звезда. Такой выбор большой тут, конечно. Выбор большой. Вот даже в коридоре, видишь, ключи. А, это под, да, то есть у вас много раз ключи покидал. Так, ну за чашкой я, наверное, вернусь. Что-то она мне прям понравилась. Понравилось. И вот эта коробочка понравилась, да, тоже, ну, ящичек. Я бы вот такой взяла. На кухню прям подожди. Под пол. Ну это... так надо. А. Ой, тоже уголок. Чудо-уголок. Декорация садовая гусь. 153 рубля. Остальные там разные ценники. Это гуси только 153. Даже гуси то красивые. Угу. Гуси, гусь. А это вот когда вот, ну знаешь, да, делают болотца такие в своем доме. Есть. Есть. Карта фикс-прайса. Сейчас отдам, унесут, не отдадут. У меня там баллов нет, уже списал. А, вот они, эти фигурки. Вот, 170, 200. Лягуха 290. Вот уже интересная. Кашпо. 230 рублей. Это для цветов, наверное. А, для цветочных композиций. Это ж можно сюда суккуленты. Блин, слушай, я хочу дорого такую. У меня же суккуленты, да, мне надо рассадить. Она тяжелая. Тяжелая. Слушай, как классно. Угу. Вообще красиво. Слушай, я таких не видела. Я вот такую, наверное, возьму. Да. Суккулент. А, ну смотри, они еще вот такие есть. Вот такую дырку побольше. Или нет, вот что такое, вот поменьше это, дырка. Да. Вот это вот красиво. Вот это нет. Туда мало влезет. А вот это вот прям... да. Вот, а вон, видишь, они нарисованы. Угу. Слушай, как вот классно. Надо брать. Берем. А такой грибок я покупала на Элечке, Володе подарила. Такой же он светится, вот эти вот штучки. Они на фосфорные, в темноте светятся. Светильник садовой лапки. Он, видишь, лапки. Пришли за этим, как его, за жидкостью обеззараживающей для рук. Мы хоть с ней уйдем или без нее? Я вот не знаю. Что ее нету? Азелит? Нет? Чистин? Я вот пользуюсь, который мы с тобой покупали. У меня заканчивается, я сейчас мою. Слушай, классно. Я ванну намажу. Полы мою. Да? Запаха нет. А. Полы же можно мыть. И разводишь. Все, вот этот унитаз не сам, да, а вот крышку я тоже намазала. Это где желтые пятна, но все ушло. Это под что? Салфетка, сервировочная тыква тоже, да? Ну, нет, вот этот цвет нет, а вот этот вот красивый. Золотой. Красивучка. Вот у кого журнальный столик, ага, так постелить. Видишь, все в осеннем, все в осень сейчас, в осенних композициях. Ягодные патчи 90 рублей. Так, а здесь шмутье. А это что такое? Стойка на стол. А, двухэтажная. Ну, тут даже трехэтажная. Вот три яруса. Вот так вот в угол поставить, как у меня, туда вот, и что-нибудь складывать. Вот эти вот удобные. У меня шиншиллы не стоят под всякую. Вот, поменьше на одну. Ну да, тут всякие вкусняки можно сложить.
А вот коробочка, под шитье. Еще на, там что, 290 рублей. Напихал туда всего. Нитки, пряжа 145. Пряжа трикотажная 230. Ау. Так она двухъярусная тоже. Да. Корзина двухъярусная для фруктов. Ну. А, это что? Я на блесточки все смотрю. 230 рублей шапка женская. С блестюшками. Вот этот массажер какой-то видела в роликах. Массажирует. Ну что? Я не понимаю. Помогает, не помогает. Катать. Так вот здесь может быть это обеззараживатель. Или при выходе. Не при выходе. Вот я такие же, я смотрела, я хотела тебе такие купить, думаю, это собак на вас не похоже. Не похоже. Не похоже, я купила просто с лапками. А с кошкой хотела себе купить, а там такая кошка страшная. Не знаю, здесь есть или нет. Такая прям рожа у нее, и не понравилась мне. Тоже хорошие носочки. Мягенькие, тепленькие. Ой, светильник-ночник, 114 рублей бабочка. Светильник. А батарейки тут есть? Здесь где-то должны быть пальчиковые. Это вот они. Да. 10 штук 97 рублей. О, мне на работу часы никогда не... Есть кодек вон. 4 батарейки на 170. 170. А, есть здесь... А можно взять вот такие вот. О, я возьму. Середину, золотую середину. Вот, так, опять сова. Опять сова. Уберите. Поверните другую сторону. Саша говорит, тебе надо глаза закрыть, закрыть. Антисову поставите в глаза. Датчик такой. А, я себе купила, но мне так она неудобна. Это мыть руками, чтобы без щетки. Но они такие громоздкие. Я один раз попользовалась, что-то мне не зашло. Но они ж не впитывают меня. Это, наверное, синтетика голимая. За такую цену 50 штук. Форма для выпечки. Силиконовая 290. Вот я. А, подожди. Вот есть такая? О, у меня одна такая есть, я их ищу везде. Мне так удобно. Я еще одну возьму. Очень удобно. Они места не занимают, Лен. Вот эти вот здоровые, видишь, она большая. Вот, под салат. Я тоже а возьму. Это что? Это миска большая. Это миска большая. Такие классные. Мне, вот, я же говорю, она все время одна в ходе, в ходу, а второй мне не хватало. Салатик сделать. Да, что там, 72 рубля, полтора литра. И места не занимают. А сейчас скатерть пожалуйста. А что, так вот, как мои мужики режут постоянно? 207 рублей. Ну, это ни о чем, да. С маком. Со смаком. А вон какая есть еще. Ну, вот эти вот миски, вот зачем вот эти углы поделали? Вот, зачем? Вот без углов есть. Но у меня есть большая. Чуть-чуть. Угу. Те зайки такие. Зайкины. Кружка с поставкой. Вот этим кувшином не убьешь никого. Убьешь легко. Надо? У тебя есть вот... Кавказская племя. Да. Все точно оттуда. Ассоциативное мышление называется. Вот я. А, здесь химия должна быть. Да, смотрим. Внимательно. Сюда пятки. Лосьон, это не то. Оно должно быть маленькое такое для рук. Обработка. А не факт, что оно тут будет. Между прочим. Я не вижу ничего похожего. Оно вообще возле кассы. Мы сейчас до кассы дадим. Это что? А, это кружки. Я думала, термосы. Думаю, не может такие термосы быть. Термокружки у нас все. Мне кажется, тут неудобно с них. Так я вот я тоже взялась потрогать. Ну, неудобно, непривычно. Во, мой вариант. А, вот это классненько. Она тоже тяжелая, нет, да? Легкая. А, нормальная. Смотри, маленькая. Масюська, да. Такие тоже люблю. И вот уже маленький, с черепашкой. Вот это наш вариант? Да. Эти обзорщики, которые снимают в фикс-прайсах, они знают всю продукцию наизусть, что новое, что старое. Я как надо посмотрю, это новинка, это старинка, это в том году было, это столько стоило. Думаю, как они все запоминают. Воронки. Воронку, кстати, вот тут хвалили. Я надо смотрю обзоры. Вот это именно. Это очень удобно, она два раза раскрывается.
Это что такое? Сушилка под дом. Вот это вот миска какая-то. Миска. Подставка. А, ну обычная, как савдеповская. Вот видишь, вот это. Вот такие у меня есть, я покупала. Ну, чем-нибудь мелочь положить, это больше для рукоделия. Штучки удобные, ручки. Ну, мы же вообще лопатка маленькая. Силиконовая. Я люблю силиконовые. Деревянные люблю, ну, натуральные. С крышкой такие же, да. Столовый там набор. Прибор, это какой стол надо иметь? Она у меня раскрыта на весь стол. Угу. Я же ее вышвырну сразу. Ну, крышечки есть, пожалуйста, обычные. Вот сегодня я покупала такие же, только нормальные. Ну, вот маленькие, по 11 рублей они. Ну, вот эти по 9, эти по 11. Здесь еще купила винтовые. Ну, один раз. А, да, обожаю одноразовые. Вот купишь, и она может месяц лежать, захотел, съел. Да, так смотри, вафелька. Ну, да, раз и все, и шлопа. 23 рубля все довольно. Даже вот эта вот маленькая коробочка. Но. Съел, чтобы она не болела. Я не терпеть не могу большие упаковки. Там посохнет, там будет лежать, место занимать. Это для большой семьи-то нормально, а для двоих человек. Так куда же двоих, для троих. Мы, ну да, у вас же. Вы одну, Саша, едите, детвора, другое ест. Ну, пожалуйста, шесть печенюшек, блин. Кольца с орехом, 90 рублей, да. То есть сел, съел и это самое за два раза. Хоть не это, не будет валяться, таскаться потом. Я говорю, а если оттуда сверху-то прыгать надо? Ага. Ну, как особенно лень, так надо прыгать. Так я не достану, только карабкаться. А вот эти вот вкусные. Крекеры в ассортименте. А, эти с сыром, да? Они такие эти. Котные вкусные, мне нравятся. Я такие брала. Что такой хороший магазин, большой. Димка, у меня вот в отпуск принес вот такую лапшу брала, понравилась. А я люблю тоже, вот, типа, только не такое. Вок, вот это все. Вот они вот, вот такие в коробках я беру. Они взяли на пробу с Ксюшей банки, да. Вот это. Я люблю тоже, только мне нравится. Не то, чтобы каждый день. А, вот я такую беру, фунчозу. Вот такие я люблю. Икра из кабачков. 68 рублей. Ты пробовала икру из тыквы, покупала ты? Или еще не пробовала? Не молоко, тут дешевле. Суп томат. Суп томатный с зеленью. Что значит суп? Готов и сытный перец. Я не поняла. Я хочу попробовать. Томатный. А что значит тыквенный? А я не знаю. С тыквенной, с кокосовыми сливками. Суп томатный. Мне прям интересно. Я тут помидоры люблю. Попробуй холодным и горячим. Пельменям рекомендуется разогреть, при желании добавь сухарики. Суп похитить, разогреть на водяной бане или поместить в емкость горячую. А холодный можно? В микроволновой печи разогревать только... А попробуй холодным и горячим. Тут и холодным можно. Интересно. Интересно. Ну, я попробую. Там чесночок, и лук, и сушеный петрушек. Интересно. С кокосовыми. Ну, вот я как-то кокосовыми сливками не поменяю, а томатный. Буду попробовать. Что-то интересное. Килька Каспийская, 63 рубля. Купил пачку макарон здесь, купил банку кильки, и еда тебе на целый день ешь, да? Вот так вот, если денег нету особо. Скумбрия 80 рублей, банкон 68 рублей, скумбрия, пожалуйста. Вот тунец на салат. Да. 48 рублей что-то даже. Сель тихоокеанская, 48 рублей баночка. Очень недорого. Явно там селедка, там же не допихают ничего, ну, какую-то, да, сою. Я вот с тунца люблю салат очень. Ну, тунец, он как мясо, прям на вкус. Тунец, яичко и зеленушка. У меня еще мама его всегда делала, любила. Еще мне нравится вот у них напиток этот, сывороточный. Какой? Вот яблоко, груша. А, вот я смотрела на него в этом, в том фикс-прайсе, думаю, что за напиток такой. Это типа того, да, что, да, я покупаю? Так, ну я, наверное, возьму эту штучку еще. Пойду за чашкой. Она самая лучшая, да, Лена, из трех видов?
Да, красота тут. Ну, еще цены такие, скажем, не сильно. Не зашкаленные, да. Если, а это что, так прямо спать на этой кровати, Лянь? Да. Ну, это привыкнуть надо. Что, говорят, наоборот, на ровном надо спать, а он какой-то средний матрас. Не, эта кровать стоит 280. 200, ну, это какая-то, она, может быть, всяко вот двигается. Ну, сейчас. Блин, давай полезем. Ты встала? Да. Вот кровать снова сняла. 53 тысячи. Ну, вот за 53 полежать можно. Мы сейчас уляжемся. Не, на только 4 тысячи. Ну, здесь очень такие цветы недешевые. А вон и Новый год. Снег идет, снег идет. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Танцевать у нашей елки. Мы готовы целый год. Ну, поностальгируем. Вот как, Лен, правда, сейчас вот не хочется даже думать про это, да? Рано еще, рано, совсем рано. Они уже вешают. Лена, забери Лену отсюда. Сова? Ё-моё. Уберите это. С глаз долой, из сердца вон. Блин, ну посмотри, как красиво. Ну, красиво. На елку повесили. Три штуки. Они еще даже без цены, Лена, успокойся. Это декорация. Это не продается, да? Да. Включаем защиту антисов. Берите, берите, пока есть. Будьте первыми. Да, закиньте себе игрушек где-то. Особенно сов, Лена. А вот пока еще просто только нашли. Много. Только разбирать. Ну что, ты рядом живешь, придешь еще. Нет, ей одной достаточно. Она любит сок просто. Суккуленты, да. Ой, это что такое? Слушай, это не мухоловка, это муха. Венерина, да, 1300. А я руками трогаю, она не ядовитая. А это наши, Лен, вот эти вот. Вот я слышу эти. Они дорогие, Лен, все. А этот только кактус опрокинул за 375. 357. Недорого. Вот это недорого. Вот это недорого для большого кактуса такого. А кто его? А он сам себя вывалил. Он на большой был. Не трогай. Здесь люди есть, уберут. 771. Ну, этот недорого. И он кактус валяется. Ну, честно, понакалывается. Вот эти, да, красивые, конечно, с цветочком, но... А вот этот сколько? Иди ты, блин. Волосатик. 426. Нет, тут дорогие, блин, цветы все. Ну, тут даже уцененные дорогие. Есть же, полочка где-то должна быть с уцененными. Давай найдем. Вот, Лен, уцененные эти цветочки. Ну, тут даже уцененные, смотри, 750 рублей. Вот даже уцененные все брать. 389 за полуживой, 757 за уцененные цветы. 1200, да? Mm-hmm. 2000. Ну, ну, а это за что-то? 800 рублей за ветку со сухую. И мошка там летает. 700. Я раньше уцененный брала кактус за 160 рублей, огромный. 426. Это ни о чем. Нам такой не надо. А вот этот медвежья ухо. 1760. Угу. Или просто... А, это горшок с сыром. Горшок. Прикольно. 770. Фигура садовая пень с сусликами. А там торчит цветок. То есть пень отдельно с сусликом 770. А там еще цветок отдельно продается. Да, цветочный рай. Стой, не колодцы. Лен, ну они красивые, но это... Он потом отцветет, они у нас не будут цвести. Я не знаю, что они с ними делают, что они у них цветут. Да, я и говорю, что только красивые. Так, угу. Все в районе 400. Ну, поглазели, полюбовались. Вот этот синенький мне понравился. Угу. Суслика. Суслика в поле видели? А он там есть. Идем обратно, опять мимо... Чаек, хочу подойти поближе. Ага, фиг кто-то, тебе, Лена. Кто-то приехал, блин. Подсолнух кто-то привозил, да. Гульки доклевывают. Видно, что. Ну.
что, и ты срёшь на машину, да? Это машина, наверное, их. Вся уже такая военная, ржавая, как раз для птичек. А это вот мужчина гуляет, дедушка, пожилой мужчина с собакой, с лайкой гуляет. Ну тоже видно, ей редко но очень ездит. Он вообще не ездит. А, она уже, да, видно, что даже колеи он нету. Он подойдет, ее просто это. Поздоровается, да? Поздоровается и пошел. Продал бы. Недолго думая, заполнила это кашпо, декоративное кашпо для цветочных композиций. Но вот как на картинке, тут, блин, набито так этими цветами, там корням деваться будет некуда, а по краям даже, по-моему, ягелем выложено, что ли. Ну, у меня не так, у меня вот так. Вот здесь кактус, эти маленькие цветочки, которые сегодня пришли. Вот, такие красивенькие. Ну, не знаю, мне нравится. А это вторая моя покупка. Вот это вот вазочка-чашка. Ну, я покупала специально для вазочки. Пока оформила вот так вот. Конечно, можно оформить и покрасивее. Но пока так тоже красиво. Пусть стоит. Потом можно заменить и сделать как-то по-другому.